Hello, everybody. Good evening. Всем здравствуйте, добрый вечер. I hear nobody. I am Davina, here. I cannot hear you. I'm here. Everybody is okay? Can everybody hear me? Can a translator hear me? But I don't hear anybody. Let's see. Но я никого не слышу. Давайте посмотрим. Hello? Now can you hear me? Здравствуйте. Вы меня сейчас слышите? Okay, I don't hear anybody. Я никого не слышу. No Russian. No. Не слышу русский. Ravina, I don't hear you. Let's see, maybe. Okay, can other people hear? А другие люди могут слышать? Okay, so I don't hear. Ну хорошо, я не слышу. Я не слышу Львина, тебя не слышу. Okay, now let's try in this way. Ну сейчас давайте таким образом попробуем. Me, that's okay. Вы меня слышите, и это хорошо. Okay, today we continue to talk about sleeping quality. How we can improve our sleeping quality. Сегодня мы будем говорить о качестве сна и как мы можем его улучшить. Как мы знаем, качество сна очень важное. Любой вид болезни. Любой тип болезни. Если вы не можете хорошо спать, будет тяжело выздороветь. Your immunity. И если вы не хорошо спите, ваш иммунитет будет плохой. And then it can cause many other diseases. И это может вызвать множество других заболеваний. Yeah, that's too bad. И это очень плохо. Oh, yes. Now I hear you. I switch. Okay, so we always need to improve our sleeping quality and always need our sleeping quality. И нам всегда нужно улучшать наше качество сна. Okay. So, what is sleeping quality? И что такое качество сна? Sleeping quality certainly means you sleep well. If you cannot sleep well, that is no quality. Качество сна означает, что вы хорошо спите. Если нет качества, хорошего качества сна, значит, у вас нет сна. If you cannot sleep whole night, nine night you cannot sleep, that is the best one. That is the worst one. Если вы всю ночь не можете спать, это самое худшее, это бессонница. And certainly many people have other sleeping quality. Wake up too many times at night, nightmare, and next morning especially, you don't feel rest. You still feel tired, your brain still not clear. И у множества людей различные качества сна, например, плохой сон или снятся кошмары, вы не можете хорошо спать, и затем утром вы просыпаетесь и чувствуете себя уставшими, и ваш ум не ясный. So that means the sleeping quality low. И это значит, что качество сна низкое. Okay, we already discussed from image method point of view why
we don't have, or we, why we cannot manage to sleep. И с точки зрения имидж медицины мы знаем, почему мы не можем управлять сном, почему это происходит. Some people say maybe because noise, but if your heart and your brain cooperate well, even you stay in the disc house, strong music, still you can sleep well. И некоторые люди могут сказать, ну, возможно, это из-за различных шумов, но если ваш мозг и сердце хорошо взаимодействуют друг с другом, вы даже можете быть на дискотеке или в клубе и все равно хорошо спать. Some people said, oh, because I have some sickness, this is why I cannot sleep. Right. But if you can sleep well, your sickness will recover quickly. А некоторые люди говорят, потому что у меня есть какие-либо заболевания, поэтому я не могу хорошо спать. Правильно. Но когда вы будете хорошо спать, ваши заболевания, вы выздоровите. In our life activities, sleeping, eating, and psychology, environment, as we know, in general, the sleeping, we can say this is number one, which can influence our health. И в нашей социальной активной жизни сон, еда, какая-либо активность. В этом случае мы можем сказать, что сон является номер один. So, sleeping quality means we go to bed maximum 10-15 minutes, we can go to sleep. Качество сна обозначает, когда мы идем спать, ложимся, и это занимает у нас максимум 10-15 минут для того, чтобы уснуть. At night, maybe once, we need to get up, go to bathroom. И, возможно, всего лишь раз за ночь мы просыпаемся, чтобы пойти в туалет. If more than two times, that means your sleeping can be influenced. А если более двух раз, то это говорит о том, что ваш сон, возможно, что-то влияет на ваш сон. Especially in the whole night of sleeping, yeah, we have to rest well. It's not too many dreams one after another. Even in the dream, you run, you're tired. И сон обозначает, что мы хорошо спим, а во сне может быть и такое, что нам снится один сон за другим, и даже во сне вы бегаете и усталые. As we know, yeah, many institutes, many professors are researching that why people cannot sleep well, why insomnia. И множество профессоров исследовали или исследователи, почему мы не можем хорошо спать, почему страдает качество сна. Really, they created a lot of medication which can make people to sleep. И они действительно придумали различные виды препаратов, медикаментов, которые позволяют людям уснуть. But for us, it is simple. Simply, this is because the brain and the heart cannot cooperate. А для нас это очень легко, просто потому что мозг и сердце не взаимодействуют друг с другом. I got so many letters, and who taught me their sleeping quality greatly improved. И я получил множество писем, говорящих о том, что их качество сна очень хорошо улучшилось. Even some people during the watching this video, listening to the video, and slept. И даже некоторые люди во время видео, во время того, как они его просматривали, засыпали. Yeah, as we know, there we can have many different sickness, but first
we need to improve our sleeping quality. И, как мы знаем, у нас может быть много различных заболеваний, но первое, что нам необходимо, это улучшить качество сна. For this purpose, so first we want to, first we need to wake up. We need to wake up our heart. И для этой цели нам в первую очередь необходимо пробудить сердце. Yeah, we need to wake up our heart. Нам нужно пробудить наше сердце. Wake up our heart. You can, yeah, feel your heart. Let your heart bigger and smaller, bigger and smaller. Когда мы пробуждаем сердце, мы делаем так, что сердце становится, и мы чувствуем его больше, меньше, больше, меньше. So here, certainly, I use my mind or my image to help you. Yeah, when you receive, when you hear my voice, you receive my image. I will help you wake up your heart, lazy cells. И здесь я использую свой ум и образ для того, чтобы вам помочь. И когда вы это принимаете, когда вы слушаете мой голос, я использую образ и помогаю пробуждать ленивые клетки сердца. Okay, now relax. Feel your heart. Follow me. Let your heart bigger, smaller to wake up it. А сейчас расслабьтесь, следуйте за мной, чувствуйте свое сердце, и пусть оно становится больше, меньше, больше, меньше. 闭双眼，感知你的心脏。我让你的心脏大小。 大小, 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 感觉你的心脏, 大小, 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 小大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 小
小大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 
小大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 小。
Okay, yeah, we need to wake up the heart, wake up the lazy cells, let the heart function better. Нам нужно пробудить сердце и пробудить ленивые клетки сердца, чтобы сердце лучше функционировало. When our heart active, it will produce more heat energy or yang energy. И когда сердце активное, оно будет производить больше тепла или ян энергии. And then your body will become warmer. Your hand, your feet will become warmer. И затем ваше тело будет теплее, ваши ступни, ваши руки также станут теплее. In order to sleep well, we need to unify brain and heart. Для того, чтобы хорошо спать, нам необходимо объединить мозг и сердце. For this purpose, we need to visualize heart with brain. И для этой цели нам нужно визуализировать сердце и мозг. Visualize the heart with our brain means you close your eye with your mind, look at the heart. Визуализировать сердце мозгом обозначает, вы закрываете глаза и своим умом смотрите на сердце, своим мозгом. Okay, so now let's unify. Yeah, visualize the heart. Unify mind and the heart. А сейчас расслабьтесь и давайте объединять. Визуализируйте сердце и объединяем мозг и сердце.传身放松观想你的心脏让心脑合一疏通心脑的气血传身放松观想你的心脏 心主神明, 当我们的心脏 全部醒来，活动起来，我们的神明就自主了，我们想睡就睡。
分享你的心脏。
安详你的心脏。 继续观想你的心脏， 观想你的心脏。 观想你的心脏，
响你的心脏。心脏。Okay.
Yeah, today that is for sleeping quality. Сегодня у нас было для занятия для качества сна. If you still have the sleeping quality problem, so you can continue watch YouTube to continue hear you. И если у вас имеются проблемы с качеством сна, вы можете продолжать смотреть YouTube, продолжать лечиться. Okay, that's all for today. Это все на сегодня. Спокойной ночи.